Потребительские цены в Башкортостане в январе текущего года, согласно официальным данным, выросли на 0,1%. При этом в целом по стране рост составил на 0,2% больше. Данные приводит служба статистики. Если говорить о динамике, то в годовом выражении инфляция в регионе составила 1,2%. В России на процент больше. Наибольшее влияние на замедление инфляции в январе оказало снижение цен на большинство видов крупяных, бобовых и макаронных изделий в диапазоне от 1 до 4%. Свинина, мясо птицы, отдельные виды колбасных изделий и продуктов из мяса стали дешевле в пределах 2%. Цены на некоторые непродовольственные товары, напротив, выросли. Башкортостан находится на втором месте среди регионов Приволжского федерального округа с самой низкой инфляцией в начале года. Возглавляет рейтинг Кировская область с дефляцией в 0,3%. Замыкает тройку Пензенская область с показателем в 0,2%. Инфляция у соседей из Татарстана – 0,3%.